Соборная улица – одна из самых длинных в Самаре. Продольная, она тянулась вдоль Волги, рука об руку с Дворянской, Саратовской и Николаевской. Но все они выдохлись и сошли с дистанции. А вот Соборная побежала дальше и добежала до Полевой Поперечной. А вместе с ней до сегодняшнего дня добежали ее истории и происшествия, о которых мы вам и расскажем. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».